поэтому вот эта вот работа, вот две этих работы. Одна, вот человек уже, как говорится, умирал, можно сказать, близко-близко уже к этому был. А он все равно об этом стал писать. И что? А в итоге, вот он про Бухарина говорил, он считается любимцем партии, теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Теоретиком считает, любимцем партии. И у нас таких любимцев было очень много. Вот. То есть вопрос здесь не в том. Вот Ленин пишет «темна вода», ну, в конспекте, ну, непонятно. Или пишет по поводу вот этой книжечки уже «Учение о сущности». Как это может «ничто к ничто»? От ничто бытие это может, это понятно. А, пожалуй, от ничто к ничто, пожалуй, не может быть. Пожалуй. Но пожалуй. Ну, в диалектике, вы помните, куда идти? Осторожненько так. А второй этаж? Второй этаж, 247-я. 247-я комната. 247, 247. Ну и, конечно, это и с одной из самых таких трудных чтений. Ну, а к ним надо так и относиться. А если вам высшую математику будете изучать, тебе не трудно, что ли? То же самое. Вы предел, знаете их определение? Так, последовательность. Последовательность. Ну, вот видите, вот пример. Вот он. Ну, свежий же, студент же. Я уже работал. А? Выпустился 2 года назад. А, уже выпущен, уже все. То есть предел уже не... Вот, ну... математики, философии пришли. Представление есть, но определение не всегда можно сформулировать. Это нужно да. Не знаю, вот нас учили, как собаку учат. Чтобы пока вот... Зачет не получишь экзамен, пока не будешь это... От зубов отскакивать. Число А является пределом последовательности xn, если для любого, сколь угодно малого числа эпсилон положительного начнется, найдется такое n большое, что для всех n больше n большого, xn минус А по абсолютной величине меньше эпсилон. Закрывать? Закрывать. Да, закрываем и начинаем, да? Как? Скажите, когда готово будет. И с ручкой. Вот у меня все зрители здесь. Хорошо. А то вот скажем, мы не проходили. Мы проходили, но мимо. Так. Марин, скажете, да? Можно? Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное занятие нашего кружка. И поскольку оно в этом учебном году последнее, я хочу предварить наше, так сказать, непосредственное рассмотрение предмета сегодняшнего занятия. Ну вот некоторые соображения связаны с тем, как надо изучать и как относиться к этому кружку. Кружок существует для того, чтобы помочь товарищам, которые самостоятельно изучают науку логики Гегеля, про которую Энгельс сказал, что единственная компендия диалектики находится в науке логики Гегеля. А про компендию он сказал, что это, если в латинском словаре написано, что это кратчайший путь, прямая дорога. То есть, если вы знаете другую дорогу, то вот Энгельс другой дороги не знает, Маркс не знает, Ленин не знает. Вот некоторые там какие-то странные учебники или какие-то книжки хотят подсунуть людям, чтобы они... или словари, или еще что-нибудь, или, скажем, книги тех, которые давно предали и продали все, чему раньше поклонялись. То есть всяких путаников и прочее. Вот первое, что требуется, это наметить себе прямую дорогу, а прямая дорога – изучение науки логики Гегеля. Поскольку это дело трудное, и это признается всеми, и понимается всеми, вот, поэтому для этого существует кружок. Я как руководитель кружка скажу, что я занимаюсь этим делом с 1968 года. Вот я когда собрался переходить на экономический факультет в аспирантуру, ну, я решил, что поскольку уже к тому времени прочитал, что нельзя вполне понять капитала Маркса, как писал Ленин, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля, ну, я решил, что я туда приду и буду я один там, меня заклюют. И я на самом деле оказался один, потому что я
прочитал науку логики Гегеля. Ну, сказать, что я ее понял, конечно, не скажу, но я, как человек, обучавшийся на матмехе, как совершенно спокойно относился к тому, что мне что-то непонятно, особенно с первого раза. Что-то понятно, что-то непонятно. Я сделал конспект. Позднее я выяснил, что этот мой конспект особенно никуда не годится, потому что самое главное в науке логики что? Не определение, не формулировки, которые, конечно, можно брать и даже вот относиться к этим книгам, как ну, вот, к сундуку с драгоценностями. То есть можно оттуда брать, но это не самое главное. Самое главное – выведение из одних категорий других. Вот это, как говорится, мне самому в голову не пришло, и в том, что я это понял, я этому благодарен профессору Смирнову Игорю Константиновичу, который вы знаете, с которым мы 5 лет каждый понедельник с 10 до... Не каждый раз, не раз в 2 недели, как мы, а каждый понедельник с 10 до 2 у него дома мы изучали. А как мы изучали? Он одно, да я другое. Он так понимает, я так. Ну и кто кого переспорит. И я уже его совсем было переспорил, поскольку я раньше начал изучать. И когда я его уже почти переспорил, я понял, что я неправильно понимаю, что я выхватывал формулировки. И все. А он говорит, а самое главное, выводить надо. И вот с этого момента, когда я уже понял, мы совсем пошли другой дорогой. Потом мы написали такие 2 книги. Одна из них называется «Методы исследования экономического закона движения капитализма в капитале Маркса», Смирнов. Это Игорь Константинович. Игорь Константинович, да. Это книга, которую Наим Петрович Лукакович переиздал. Да, переиздали ее, вот она есть. Но, а мы сделали в интернете такую вещь. Мы, значит, а я написал книгу «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Так что у нас есть 2, можно сказать, методических материала, которые представляют собой применение диалектики гегелевской к исследованию капитализма и к исследованию социализма. То есть одна книга в 1974, в 1984 году, нет, у него... Да, в 84-м вышла его книга в издательстве Ленинградского университета, а моя в 86-м. «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». А сейчас мы для тех, кто занимается и хочет посмотреть пример применения этой диалектики, какая-то польза есть от нее или нет? Или только это, так сказать, для умствования? Вот, мы такую назвали «Диалектика капитализма и социализма». Смирнов, Попов. И вот такая книжка висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Просто она сделана, одна книжка из 2 книжек. И это, так сказать, материал, вот, в том числе и для занятий такого рода, потому что все спрашивают и говорят, а как вот применять, а какая от этого польза, о чем мы тут мучаемся, а зачем это такая морока и так далее. Ну, с тем же самым с требованием «дайте нам примеры» я столкнулся тогда, когда вот введение в науки логики, такой разведопрос был у Пучкова на сайте oper.ru. После этого мне пришлось на эту тему выступить там раз еще 5, наверное, по вопросу о диалектике. И диалектика, значит, революционной России, и диалектика превращения капитализма в социализм, и диалектика превращения коммунизма в капитализм по поводу контрреволюции, которая была. Вот, и система выведения и так далее, то есть с целым рядом можете посмотреть там таких вещей, и они, на удивление, пользуются, вот эти материалы пользуются очень большим спросом у изучающих, видимо, потому что по числу посещений можно увидеть, потому что я не удивляюсь, что по вопросу о экономике там вот 240 тысяч посещений, но по вопросу о введении наук логики за 200 тысяч, это, конечно, поразительно. То есть это просто говорит о том, что наша эта вот волна, которая идет в том числе от нашего кружка, о том, что пора взяться за... Ну, пора, по крайней мере, начать выполнять тот ленинский завет, который известен им, что надо стать друзьями гегельской диалектики. И это широко осознается. Правда, это можно дополнить и некоторым другим. Вот вы, пропаганда идет достаточно широко в интернете. И несмотря на то, что у нас, как вы понимаете, поменялась и власть, и ее классовый характер, недавно в интернете был опрос, как в связи со столетием революции, как относятся люди, которые работают в интернете, это кто? Это молодежь.
к разным партиям, которые были в 17 году. Большевикам, меньшевикам, эсерам. И вот 60% из 25 тысяч опрошенных выступило за большевиков. Вот такая картина. Поэтому одно дело, так сказать, что происходит у нас на практиках, и тем более, что, может быть, в том числе и потому, что очень много разрушается, очень много теряется, очень много искажается, извращается, поэтому вот меняются очень оценки в общественном мнении. Сегодня передавали, что вот в отношении репрессий меняются оценки, уже, так сказать, большинство вообще поддерживает, меньшинство, что говорит, и объясняет, что это необходимо было. А, сказать, то, что это вот такая великая историческая проблема, не считает значительная часть, считает, что всегда в истории все серьезные вещи, сказать, они всегда, сказать, бывают с определенными жертвами, издержками и так далее. То есть я хочу сказать, что в России идет такое обдумывание нашего положения и нашей истории. Но это обдумывание не будет квалифицированным, если оно не построено на такой диалектической основе. Поэтому тут есть два процесса и две стороны. С одной стороны, наука логики, как основа логическая, а с другой стороны, для ее же понимания, ну и для поддержки такого моральной, что мы не зря вот это изучаем, для моральной поддержки важно, что с помощью этой диалектики можно объяснить, что происходит. Я, например, этим летом по запросу журнала «Марксизм и современность» меня попросили, напишите там про империализм. Ну, и я думал, как вот написать про империализм в год столетия. Ну, я написал статью о том, что вот империализм, он по своей внутренней логике превращается в коммунизм. Его же не кто-то, не снаружи, не откуда-то, а это же логика развития самого капитализма, империализма, как капитализма на высшей стадии. И это все в работе Ленина «Империализм как высшая стадия» есть. И надо сказать, что вообще отличаются работы до 14 года Ленина и работы после того, как он изучал науку логики. Потому что после этого, ну вот, казалось бы, такие вещи немыслимые были, как вот в России вроде много элементов осталось, у нас того нету еще, это не готово и так далее. А как же можно делать революцию? Ну, а Ленин вот по поводу записок Суханова, меньшевика, пишет в одной из последних своих работ. Ну а что, если нам начать с того, что мы установим власть, а потом бросимся догонять другие народы? А ведь догнали же другие народы. Это мы сейчас отстаем от других народов очень, так сказать, быстро. Последние годы, а и после 90-х годов стали отставать. А так мы вообще-то не только догоняли, а догнали. Если Россия была на пятом месте, то Советский Союз был на втором, а по некоторым показателям и на первом, а в космос вышел первым, и водородную бомбу первую сделал, и ракеты наши были. И сейчас еще остаются, благодаря Советскому Союзу, на таком уровне, что их покупает оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки и устанавливает на ракетах «Атлас» наши двигатели. Так что, понятное дело. И это все связано, конечно, вот с тем, на чем было основано. Еще есть одна книга Сюмина, называется «Гегель и судьба России». Очень интересная книга, она другого совсем плана, она как бы не философская вот такая, а она обращает внимание на такую вещь, что во всех вот странах, почти во всех нынешних странах буржуазных, там идеология построена на чем? На религии какой-нибудь. Или православная, или это иудаизм, или это католицизм, или протестантизм. А в Советском Союзе, говорит, несмотря на то, что Гегель-то и был идеалист, оно в основе лежала вот гегелевская философия, материалистически истолкованная. Такого не было ни в одной стране. Такого. Кстати, первый перевод «Капитала» Маркса был тоже сделан в России. И Маркс это и увидел. Он после этого даже изменил отношение к России. Он думал, это оплот реакции, больше ничего. Тут, оказывается, вот первый, кто перевел на русский, это же не маленькая работа. Искусствоведение. Искусствоведение советское построено. Да. Так, короче говоря, да, вот, например, был такой
Лившиц, который статьи кусочки писал, он явно был диалектик такой. И был Каган, который был со стороны системного подхода. Вот они между собой спорили, и победил все-таки Лившиц, хотя и умер. Ну, все умирают. Да. Так, это вот предисловие. Теперь, значит, что касается организации нашего кружка. Значит, поскольку он в помощь, а изучение будет длительное, и все понимают, пока начнешь, пока соберешься, пока, значит, там найдешь время, пока сделаешь это время каким-то для себя постоянным, это надо включить себе в жизненный график. Этому тоже кружок помогает, потому что раз в две недели, значит, если вы забыли эту неделю, то на следующую неделю надо уже готовиться к занятиям, правильно? Вот. Но занятия желательно. Вот что я бы просил, желательно, вот мы идем дальше, и вы поэтому, раз предполагается, что я вовсе не задерживаюсь, как руководитель чтения у вас, не ограничиваю, а вот то место, на котором мы находимся, это вот то место, до которого мы дошли за целый ряд лет, с момента того, как начался этот кружок, да? Это целый ряд лет. И все люди, которые так, к нам присоединяются, они могут посмотреть это дело потихонечку, поизучать, тем более у нас вот это последнее занятие в учебном году, никто не запрещает летом спокойно сидеть на компьютере и смотреть другие кружки, тем более время у нас тоже час, кружок, он не такой, что он прямо сколько времени он отбирает. Вот. То есть он в поддержку. А это что значит? Что вот те, кто не дошли еще до условия, темы сегодняшнего занятия – условия. Ну, те должны вот это догонять. Как догонять? Ну, как-то просчитать. Потом еще как-нибудь просчитать. Я, например, ездил в командировку в Невинномысск, там двое суток едешь, в одну сторону проехал, прочитал, в другую сторону проехал, перечитал, что прочитал. Как-то надо находить время, другого способа нет. А что мы хотели бы, и у нас так было, вы увидите на кружке, что вот люди выступают по этим вот вопросам и рассказывают, как и из чего выводится. Поскольку мы попали тут на минное поле в учении о сущности, как я понял, то вот в этом году у нас занятия были по учению о сущности в основном вот такого, я бы сказал, скорее лекционного характера. То есть я рассказываю, ну а товарищи слушают. Это не совсем хорошо для кружка. Хорошо бы вы рассказывали, я бы вас поправлял, если увижу какой-то недостаток. Но для этого надо, вот место обозначено, условие, значит, следующее будет явление. Я могу заранее сказать, что занятие в октябре, день мы определим, также это будет зависеть еще от моего графика учебных занятий, от возможностей, от аудитории. Мы определим и сообщим. А начнем мы с явления. Значит, желательно, ну, если вот просто прочитать явление, это тоже хорошо. Есть такой метод строительства зданий методом подъема этажей. Сначала пятый, потом четвертый, потом третий. Вот два здания таких в Ленинграде построено. И так вот, потом первый. А если построили все тут, удобно же, не наверху, а все смонтировали, и потом, значит, такими... Не с крыши начинают. Наверх. Начинают. Да, с крыши. И так поднимают наверх домкратами. Один на набережной Черной речки там стоит, например, а другой стоит на улице Бассейной. Такой дом. Ну и здесь тоже, ну если вы прочитаете явление, а то еще не прочитали, желательно все равно, чтобы вы не только там ликвидировали отставание, но и постепенно это читали тоже, потому что начинаются некоторые непонятные вещи, а потом появляются понятные. Например, если вы вообще откроете конец науки логики, абсолютная идея, там вообще все понятно. Что там непонятно? Есть теоретическая идея, это идея отражения мира. Есть практическая идея, есть преобразование мира. Практическое выше теоретическое, потому что если я хочу что-то преобразовывать, надо сначала его понять. То есть я сначала должен овладеть теоретически этим предметом, а потом его уже преобразовывать. Если вы еще не владели теоретически, попытаетесь его преобразовывать, вы сломаете или испортите. Поэтому практическое выше, но если она идея. А идея не просто цель, потому что цель можно себе наставить сколько угодно, а потом отвернуться и не пойти к этой цели. А идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делает, и предполагает стремление и движение к этой цели, и путь. Если у вас нет этого пути, то это не практическая идея, это идея утопическая. Хорошо бы перелететь туда и там бы оказаться. Понимаете, почему социалисты, утописты и утописты?
потому что они вот правильно там многое предсказали, догадки у них гениальные, но нету ни силы, которая туда поведет, ни дороги. А Маркс с Энгельсом показали и дорогу, и силу, которая приведет рабочий класс. И причем эта сила, которая формируется самим капитализмом, а не откуда-то приходят добрые люди, хотят помочь. Нет, это кто дисциплинирует рабочий класс? Капиталисты, которые организовывают производство. Кто их выгоняет из деревень и собирает в города? Капитал, капиталисты и так далее. Вот. А кто повышает их образование? Ну, тот, кто гонится за прибылью, им нужно же, чтобы грамотные были, иначе эти станки не заработали, сломают их все. Значит, опять капиталисты. То есть, хочет, не хочет, если капитализм развивается. А если, скажем, у нас где-то он хереет в какой-то стране, то понятно, что там тогда все и хереет. Если капитализм хереет, то и рабочее движение хереет. Лень и жадность, вообще говоря. Лень и жадность – источник прогресса. Да. Ну, такой ссылки я не слышал. Если вы найдете, мне покажете, я буду рад. Я думаю, что ее нету. Нет, конечно. Я, Николаевич. Это я не жадность, а все-таки. Но вот есть другое, если Маркс говорит, что тут родимые пятна капитализма. Если родимые пятна капитализма, кто мама этого коммунизма? Если тут есть родимые пятна капитализма. Капитализм. Поэтому как-то вот надо понимать, что капитализм, он снимается, он отрицается, но он именно снимается, то есть берется то, что является результатом развития человечества в капиталистической форме, а не то, что мы давайте все, так сказать, разрушим, уничтожим и будем строить из пыли. Ничего вы из пыли не построите, если вы не овладели тем богатством, которое вот за предыдущие эпохи. И хотя вот кажется, вот пришли варвары, все уничтожили, как же все уничтожили, когда теоремы Евклида знают и сейчас. Как это? А теорема Архимеда тоже знает. Значит, не все варвары уничтожили. Варвары уничтожили владельческий строй, а появился феодальный и так далее. Форма менялась, а содержание-то развивалось. Производительные силы-то все время развивались. Ну вот, то есть понятно, что кружок – это для тех, кто самостоятельно работает над этой проблемой. Им в помощь. Теперь меня спрашивают, вот регулярно мне приходят такие вопросы, а как вот попасть в кружок? Я обычно отвечаю так, записаться в Красный университет Фонда рабочей академии, там как раз вот первичное обучение в течение года пройти, и по окончании этого обучения, значит, мы, сказать, можем пригласить в кружок. Или какие-то особые заслуги в организации кружка. Некоторых товарищей есть. Раз. Или вот доктором надо быть наук, как вот товарищ Елена Евгеньевна здесь, Тарандо. Доктор наук, профессор, я думаю, она так подготовлена к этому. Хотя ей, как всем нам, тоже будет не так просто. Понятно. Особенно трудно нам, профессорам, потому что на нас смотрят, что мы должны это понимать, а мы смотрим, что такое сказать-то, чтобы не вляпаться. Поэтому, если вы что-то не то скажете, а я не специалист, а если вроде как, особенно я в таком дурацком положении, скажу, ну какой-то доктор философских наук, а несет какую-то чепуху. Поэтому не хочется эту чепуху. А этот, говорит, наш товарищ, так сказать, доктор экономических наук. Вот, и поэтому это на нас такая нагрузка, дополнительная ответственность лежит. Вот, поэтому у нас кружок тоже такой, ну, требует отбора известного, потому что времени у нас мало, и мы должны двигаться вперед маленькими кусочками, шажочками, но двигаться. Вот. И вот теперь подходим мы к условию. Условие ведь идет после какой категории? После основания. И вот с основанием мы вроде бы свыклись уже, и даже это хорошая категория. Вот, если вы здесь находитесь, значит, какое-то есть основание для того, чтобы вы здесь находились, товарищ Шабусов. Основание есть для того, чтобы вы здесь находились? Конечно, есть. Есть, значит, а вот тогда вы основанные. То есть вот поиск основания для того, что есть, это вот раздвоение такое определенное, которое люди начинают углубляться в какие-то процессы, какие у нас есть, и ищут основания для этих вот процессов, для того, что есть как бытие. И не удовлетворяется тем, что вот, вот вам это. А где основание? Но кроме этого основания, вот мы рассмотрели это основание, и это уже вывешено как занятие кружка, где есть основание. А потом оказывается, что оно есть же такое бытие, которое не относится вот с этим основанием, как основание и основа. А просто вот оно такое бытие, оно как предпосылка, независимая предпосылка,
для того, чтобы было это основание основано, то есть еще одна появляется картина. Основание основано и предпосылка. То непосредственное, с чем основание соотносится, как со своей существенной предпосылкой, есть условие. Я вот хочу вам сказать, что... Предпосылка и условие – это не разные слова для обозначения одного и того же? Что-что? Предпосылка и условие – это не разные слова для обозначения одного и того же? Нет. Ну, потому что условие вот определяется через предпосылку. Раз оно определяется через предпосылку, значит, условие более богатое, чем предпосылка. Почему? Потому что предпосылка, она предпосылается, но она никак не связана с... Она была предпосылка предпослана, но она не связана с тем условием, чего является условие. Правильно? А условие, как выясняется, не просто предпосылка. Это сначала она выступает, изначально выступает в простом виде, почти то же самое, Иван Михайлович, да, в простом, сначала. Ну, как оно, в неразвитом виде, условие – это просто предпосылка. А потом выясняется, что это основание, только тогда вполне выступает как основание, когда оно и равно самому себе, то есть оно является неким бытием. А раз это бытие, и это бытие, которое выступает как некая предпосылка, на самом деле связано с этим самым основанием. Как вот этого, до этого додуматься? До этого додуматься трудно. Почему? Потому что для этого надо освоить вот, или понять, что если мы от чего-то отталкиваемся, то есть отрицаем, то мы с ним соединяемся отрицательным путем. То есть, если я пойду и сейчас буду от каждого здесь участника отталкиваться, результатом этого будет, что я к каждому, до каждого дотронусь, то есть соединюсь. Так и здесь. Вот выступает сначала это условие как некая предпосылка, которая никак не связана. Но раз она не... раз это условие этого основания, то есть вот основание заявляет как бы, или основание, оно отрицает связь с предпосылкой. Если я отрицаю вот связь с Евгением Николаевичем, это что значит? Это я демонстрирую связь. Этот, даже это в кино показывают, первый раз вижу. То есть я знать вас не знаю, товарищ Шабусов. Я к кому обратился? Я же вот не к вам, не к вам, не к вам, а я к Шабусову обратился. И вот я именно его не знаю, значит, я и вступил с ним вот эту отрицательная связь. Это связь или нет? Конечно. Если мы вступили в бой. Когда борцы вступают в борьбу? Когда они обнялись? Или что вы? Даже специально говорится у Гегеля в начале. Для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Да. Поэтому здесь такая же история. Вот в начале это вот условие выступает просто как предпосылка, не связано никоим образом. Но потом выясняется, что содержащаяся в нем определенность условия, если не быть и на бытие его самого, только она в виде вот, то есть предпосылка, и это то же самое основание, только как бы отвлеченное от этого основания. Как бы равное самому себе, оно выступает как бытие, в нем вот эта вот связь основания основана, снова сокрыта, дескать, вот есть какое-то бытие, только предпосылка. А вот это основание основано, и того получается некая троица. Предпосылка, условие, извините, условие, которое выступает первоначально как предпосылка, а потом уже как условие. Условие, основание и основанное. И вот тут Гегель обстоятельно разбирает их соотношение. Основание проявляет себя в основанном. Основанное есть то, что основано на основании. А это основание без предпосылки как бы не действует. Оно действует только вместе с этой вместе с условием. А раз оно действует вместе с условием, то и условие входит в содержание этого всего отношения. Тогда вот все эти три категории, условия, основание и основано, составляют некую форму. А раз они составляют форму, то они имеют единое содержание, потому что содержание оформлено, а форма существенна. Раз есть некая форма, то есть и некоторое содержание. Вот это содержание, общее содержание,
Если когда она выступает просто безразлично, как бытие, и есть то, что выступает, выступает как некое бытие с основанием и с условием. И вот такое бытие, которое выступает с основанием и с условием, как называется? А? Нет, существование. Это вы уже конкретизируете, Татьяна Валерьевна. Существование. Существующее. Вот оно, что появляется. Существование. Вот здесь мы появляется первый раз то, от чего мы долго-долго уходили. Вот все занятие кружка было, начиная с изучения, в начале учения о сущности, что тут все отрицательное, все это ничто, 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 а это вот раз и появилось бытие. Вот оно выступило снова. А мы могли бы додуматься, что оно выступит? В принципе, если сущность есть снятое бытие, значит, бытие проступит. Правильно? Если сущность в нем есть, если в сущности есть бытие, значит, это вот бытие себя проявит, и сущность снимет себя и будет. Но сначала оно проступит в самой сущности, уже в сущности появится бытие, и уже оно окоренится в двух категориях – в условиях и в основании. Так, вопрос. Вопрос такой. Обычно говорят, что форма содержательна, а содержание формлено. Да. А вы сказали, форма содержательна, содержание оформлено, а форма… Содержательна? Существенна, вы сказали. Ну, и это тоже правильно. Потому что там, вот, когда вы будете разбирать эту тему, там говорится, сначала берется форма и сущность, и форма. А вот когда вы берете сущность и форму, то сущность в единстве с формой дает содержание. А тогда уже вы можете брать уже содержание и форму. То есть там это различается. А вот безразличная сущность, она сначала выступает просто как материя. Форма и материя. Это вот в начале, а потом это развивается, вот, то есть не только вот это есть, а есть и то, что я сказал. И это не противоположности, это, то есть там есть элемент развития. Развитие да. формы, да? Развитие не формы. Только развитие, развитие той категории, нет, это не развитие формы. Сейчас? Нет, там, где мы говорили о развитии, это развитие сущности, все. Сущность развивается и как форма, и как материя, и как единство формы и материи. Все идет развитие сущности. И сущность как материя, и сущность как форма, и сущность как единство формы и материи, потом форма и содержание. Вот эта материя взять вместе с формой – это содержание. Но без самодвижения все равно не понять. Это нечто. Без самодвижения ничего не понять. Это и есть самодвижение. Это же не откуда-то берется, это вот это самодвижение. Иван Михайлович, у вас. А вот у Гегеля сказано, что когда для какой-либо сути дела созданы все условия, наступает свое существование. Вот суть дела это... Не в свое, Иван Михайлович, не в свое, Иван Михайлович, не в свое. А, в существование. Это очень важно, что куда мы попали. Если для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она сама становится как бытием. И вступает в эту сферу существования. Это понятно, когда говорится, да. Основанное на основании, что такое суть дела? Нет. Вообще суть дела, честно говоря, мне не очень нравится это высказывание, потому что спрашивается вопрос, а что дело, а кто делает? Поэтому суть дела, здесь как будто кто-то что-то делает. Это такой перевод. Но тут есть и другой перевод. Я хочу обратить ваше внимание в одном месте. Вот посмотрите, у меня эта страница в тоненькой книжечке, страница 107. Но она форма абсолютной сути, дерзахи. И в том случае дерзахи. Захи – это суть. Поэтому а какая суть? Суть – это вид сущности, суть, самая суть. Итак, берете в сущности, берете самую суть. Вот это суть. А почему дело-то тут причем пришпилено? То есть... А как она соотносится с основой и основанием и основанным? Это вот суть, это все тут здесь. Вот все, все три вот эти и дают суть. Это вот, вот тогда, когда вы берете. Вот вы берете. Если для нее созданы условия, значит, условия как бы они отдельно от сути. Нет, они не отдельно. Ну, если для. То есть это просто опять же перевод, да? Для какой-то. Ну, нет, ну тут никуда не денешься. Приходится как бы их отделять, но они все равно. Это вот наоборот, когда они все соединяются. Суть это все три.
Да. Понятно. Вот тогда оно выступает. Когда они, тогда, когда созданы все условия, а все условия могут быть созданы тогда, когда условия соединяются с основанием и с основанным. И вот тогда только, тогда сама суть. То есть взять суть, значит взять суть, это значит взять что-либо вместе с основанием, взять и как основанное, и с условиями. Вот тогда это суть. А если вы не взяли, что-то выкинули, значит вы из сути выпотрошили что-то и отбросили. Границы как связаны с условиями? Никак. Никак. Границы – это категория учения о бытии. Они связаны только так. Условия связаны с границами, потому что условия вы во второй книге изучаете, а граница в первой. Значит, для того, чтобы попасть сюда, к условиям, надо пройти через границу. Через границу к бесконечному, от бесконечного перейти для себя бытию. А когда вы перешли для себя бытию, перешли к количеству, от количества вы перешли к мере. А вот а мера – это то, что простирается через все изменения и скачки, и что остается при всех этих изменениях неизменным. Вот эта мера, и вот эта мера и есть, из нее и получается сущность в результате снятия бытия. Когда это все снято вместе с границей, только тогда вы попадаете в сферу сущности, а по сфере сущности надо идти, идти, и добрались мы вот до этого момента. Поэтому то есть связь только такая, где одна проще категория, другая сложнее. Одна категория первой книги, а это категория второй книги. А все категории второй книги, они все включают в себя все содержание первой книги. Правильно? Ну вот возьмем пример с дубом. Желудь – это дуб или не дуб? Дуб. Поэтому, значит, вот что первое? Генетически. Что раньше, что позже? Желудь или дуб? Можно так поставить вопрос? Можно поставить. Поставить можно, но вопрос, вопрос как бы с самого начала исключает вот то обстоятельство, что этот все тот же самый дуб в разных, на разных стадиях своего постоянного движения. Потому что и если своего, так он, понятно, что самодвижение. Свое движение и самодвижение есть. Поэтому дуб как желудь, дуб как росток, дуб как подрастающий, дуб как мощный, с мощной короной. Тогда можно поставить так вопрос. А с чего началось движение? С курицы как курицы или с курицы как яйца? Нельзя так поставить вопрос, потому что всегда была курица как курица и курица как яйцо. Потому что курицы появились, Иван Михайлович, из ящеров, а ящеры тоже были, у них было яйцо и ящер. Зачем тогда спрашивать так поздно про курицу? Опоздали. Ну из чего делаются крокодилы? Крокодилы закапывают яйца в песок горячий, и тогда маленькие крокодильчики из этого песка, значит, вылупляются из яиц, они бегут к воде и там плавают. Но мы знаем, что птицы из ящеров, из птеродактилей и подобных, им появились. Поэтому раньше, чем курица, был птеродактиль, а не яйцо. Поэтому все время этот процесс существования вот этого, этой, вот, этого животного, он все время происходил таким образом, что что-то из чего-то происходило, но не так стоит вопрос, что курица из яйца, потому что яйцо – это курица. Как яйцо, а курица не как яйцо, это взрослая курица. Или курица, которую вы едите, это уже мертвая курица. Вы какой курицы идете? Идете речь. Яйцо, которое я, так сказать, выпил, это уже не курица. Надо рассматривать источник самодвижения. Вот тогда становится много и понятно. То есть вот это с самого начала берется желтое сначала жесткое разделение такое, а потом спрашивают: вот вы молодой человек, вы человек или ребенок? А другие считают, что вы ребенок, и с поводу спорить и так далее. Хотя на самом деле это человек, это и ребенок, и это и юноша, это и человек средних лет, и пожилой человек, все это человек, правильно? Становление. Девушка выпадает из этого, потому что говорят, молодой человек, просто человек, а девушка так, но она тоже человек все-таки. Как вы считаете? Если вдуматься, то вроде тоже человек. Ну вот это надо, мы сейчас вот, я некоторые главные моменты здесь подчеркиваю, чтобы у нас были опоры, так сказать, чтобы мы это не пропустили при изучении. Вот у Гегеля говорится,
Содержание как таковое есть лишь безразличное единство основания, как как облечённого в форму. Вот ответ на ваш вопрос. Основание, облечённое в форму, это и есть содержание. То есть само понимание содержания, уже сюда облечённость в форму, не может быть содержание без формы. Бесформенного содержания не бывает. Точно так же, как форма, которая бессодержательна была бы, тоже не бывает. Поэтому, когда люди говорят, мы только реформу будем делать, как мы знаем, что такое реформа. С помощью реформ можно загубить все, что угодно. А можно развить, можно уничтожить, можно поднять. Реформирование. То же самое, что перестройка. Можно построить что-то крупное, интересное, новое, богатое, а можно сломать. Надо помнить остановление, там два момента. Вот еще раз обращаю внимание, вот я их как-то подчеркнул. Условие это, во-первых, непосредственное, многообразное, наличное бытие. Наличное бытие. Если вы знаете, что такое наличное бытие, первый том изучали, то вы, значит, поймете, что такое условие. Наличное бытие. Во-вторых, это наличное бытие соотнесено с иным, с чем-то таким, что есть основание. Не этого наличного бытия, а основание в другом смысле. Ибо само наличное бытие непосредственно и не имеет основания. То есть у вас имеется наличное бытие, которое берется просто непосредственно и все. И имеется. А бытие разве не является основанием наличного бытия? Нет. Нельзя. Оно в святом виде там есть. Ну и что? А мы такими категориями там без них обходились. И хотите усложнить нам. А зачем здесь ими начать? А здесь уже выросли вы, мы уже выросли, поумнели. Здесь можем уже такими словами говорить. Мы находимся в сфере сущности. Мы о наличном бытии, когда здесь говорим, Иван Михайлович, вы должны удивляться вот этому. Как это вообще мы говорим о наличном бытии? Да, так это мы удивляемся. А вот мы дошли до такой степени, до такой стадии рассмотрения, когда здесь есть, если есть равенство с собой, значит, это и это бытие. Но если какое-то отрицательное, равно самому себе. Отрицание равное самому себе. Ну, так если оно равно самому себе, это бытие. То есть здесь бытие, проблеск, оно никуда не девается. Но оно здесь существует, как вот вы заметили, как положенность. Вот некоторые сбивают с толку, что это такое? Меня тоже спрашивали много раз. Это оно есть как положенность. Что значит как положенность? Что, вот эту книжку я держу, а теперь, если я положил ее, значит, это как положенность теперь? Что? Просто вы положили, а она не сама открывает. Положенность, Иван Михайлович, сейчас я закончу мысль, означает с отрицанием, больше ничего. А не знаешь, что вот, искусственно принесет? Вы знаете, что когда уйдет, закончится кружок, мы все отсюда уйдем. И что? А вот значит, мы вот свое здесь пребываем с отрицанием, как положенность, понятно? А не то, что мы будем вечно тут сидеть и заниматься наукой логики. А вот а закончится, а вот не выгонит нас никто. У нас такой порядок. За один час, 8 часов, оператор скажет, хватит уже разговаривать. Караул устал, и мы покинем это помещение. Вот это и есть положенность. Вот это и есть положенность. То есть мы не просто бытие, здесь в бытии находимся, мы есть и все. Это вы можете считать, что вы есть и все. На самом деле, каждый из нас здесь положенность. То есть мы здесь посидим и уйдем. А вот здесь, в учении о сущности, где рефлексия, то есть отражение, здесь, если раньше мы на это не обращали внимания, вообще об этом молчали, хотя там рядом существовали бытие, переходило в ничто, ничто бытие, а здесь оно не переходит, оно изначально уже здесь, в бытие, только такое и может быть, как с отрицанием. Потому что отрицание становится здесь бытием, равное самому себе отрицание – это бытие. Вот в чем тут дело. И это вот, сейчас вот здесь проще читать, чем вот было раньше. Когда в разделе о рефлексии. Вот рефлексия, она, конечно, и у Ленина много там вы не прочтете про рефлексию. Он так это переходит в другие. В себе бытие это просто равенство с собой. В себе бытие это просто. Вы сейчас в себе, Евгений Николаевич, или не в себе? Если вы равны самому себе, значит в себе. А вот в нем бытие это что-то вы задумали, там у вас что-то есть вот внутри. И что-то вы против нас имеете. А соотношение условий? А соотношение есть? Условий, вот уже сказано, есть условия, со сначала, он же на этапы разделяется, сначала, видите, условия, это во-первых, причем обратите внимание, Гегель, вот кажется, что он как вот написал книгу, непонятно, а он на самом деле курсивщиком все выделил, чтобы мы не пропустили, вот смотрите, написано как на странице 100,
Это курсив Гегеля, да? Гегеля. Следовательно, условие это, во-первых, курсивом, непосредственно многообразное наличное бытие. И некоторые на этом останавливаются, так это только во-первых. А во-вторых? Во-вторых, это наличное бытие соотнесено с иным. С иным. С чем-то таким, что вот есть основание не этого наличного бытия, а основание в другом смысле. Ибо само наличное бытие непосредственно и не имеет основания. То есть у вас есть наличное бытие, которое не имеет основания, есть основание, есть основанное. Так вот, когда вы переходите к этому самому, рассматриваете условия, чего это условие? Это условие того, что является основанием. Но оно основание не этого вот, наличного бытия, а чего-то другого. То есть, на самом деле, три тут получается категории. Да. Условия, основания, основанные. Так условия внешние? Внешнее, оно как поясняет. Сначала кажется, что оно внешнее. Да. А потом выясняется, что раз оно все вместе они соединяются в единое содержание, так? Которая называется абсолютная суть или просто суть. Это суть. Вот суть включает в себя некую предпосылку, которая выглядит как внешняя. На самом деле она предпосылка основания. А основание является основанием основанного. Значит, это предпосылка и основанного, правильно? По существу. То есть они все связаны. Но только основание и основанное, они, так сказать, очевидно, это вот, так сказать, одно порождает другое. А предпосылка, как бы она ничего не порождает. Вот вы тут занимаетесь, да, наукой логики. И вот вы есть тут основание, и вы занимаетесь, и в головах у вас все это просветляется. А предпосылка является вот те столы, за которыми вы сидите, и стулья, на которых вы сидите. А вы кто, условия? А я? Я тоже условия. Но как выясняется, что если я не будет руководителя кружка, не будет и кружка. Да. Но потом выясняется, что это не просто условие, а он еще что-то какое-то имеет значение по содержанию этого кружка. Но это не сразу. Сначала надо, чтобы он был. А что значит, чтобы он был? Ну, чтобы кто-то был, кто руководитель. И что вот он будет, и что? Ну, так надо, чтобы он еще был некоторым основанием, еще, а не только предпосылкой. То есть, чтобы эта предпосылка переходила в основание и соединялась с ним. А дальше есть основанное. А люди, которые пришли в кружок, они должны же это изучить и понять. И тогда получается, что кружок, на самом деле, включает в себя не только аудиторию и организаторов этой аудитории, не только этот как бы предпосылка, а руководителя как предпосылку. Теперь, как предпосылка является и члены кружка, если членов кружка тут нету, то кружка тоже нету. Какой-то. Я сижу один. Это что, кружок? Ну, можно сказать, да, маленький такой кружок. Я вот как раз круглый так в целом, если так. Так это выглядит, то, что вы перечислили, это предпосылки или условия? Иван Михайлович, они предпосылки, которые являются предпосылкой основания. А когда они являются предпосылкой основания, они уже в связи с основанием. А раз они в связи с основанием, они предпосылки уже и основанного. Поэтому они в связи с основанным. Вот такие предпосылки, которые связаны уже в единое целое с основанием и основанным, называются условием. А почему вы их обзывали предпосылками? Это вы их обзываете предпосылками. А вы только что вот сюда пришли. А я иду вам навстречу. Нет, и когда мы столкнулись... Условия могут быть внутренние, могут быть внешние виды. Разные условия. Нет. Они вот и выступают сначала как внешние, а потом оказываются не внешними. Вы их просто делите, классифицируете, как делается в формальной логике. А Гегель берет их в развитие. Вот они выступают как внешние сначала. Сначала надо найти аудиторию. Сначала надо найти руководителя. Сначала надо узнать, кто будет заниматься в этом кружке. Это что? И в этом смысл кружка? Да это вообще внешнее наличное бытие. Внешнее. Никакого содержания не... А, книжки еще нужны еще. Это тоже книжки, если я их не читаю, но у меня есть. Это что? Что это? Предпосылка. Это все предпосылки. И только тогда, когда мы их начинаем изучать, и когда мы начинаем обсуждать, тогда вот это то, что было предпосылкой, оно входит в содержание чего? Вот в содержание самой сути. Типичная жизнь, и то, и другое. То есть обязательно, в единстве. И внешние, да. Условия, внутренние, да. Превращается во внутренние. А как вы определяете внешнее? Сказать вам, как определяется внешнее? Это не внутреннее. Да. И больше никак. Поэтому это, оно через него и определяется. А что такое внутреннее? Это не внешнее. Если вы заговорили о внешнем, значит, люди должны
в мысль приходит о внутреннем. Если вы заговорили о внутреннем, значит, вы понимаете, что есть внешнее. Само это деление, на самом деле, это и есть установление этой связи. Так, теперь у нас Константин Константинович подписывался кровью, что он выступит сегодня с речью. Ничего не смогу я сегодня. Не сможете? А, ну тогда кровь эту вытрите и йодом смажьте. Я надеялся, думал, я справлюсь. Я только вчера еще. Ну, я тоже удивился, думаю, как вы там. Ну, я понял, что вы, если вы летите на Камчатку, да, то у вас времени будет много. Но дело в том, что времени это много, но там, это вы, кажется, день, а там ночь. Тогда ночь это день, это тяжело. Так, вот еще, значит, некоторые моменты, которые надо посмотреть. Кроме своего условия, нечто имеет также основание. Чувствуете, о чем идет речь? О нечто. О неком нечто уже. Нечто имеет такое основание. Ну, все это вот вместе вы называете нечто, имеете право назвать нечто, а потом это нечто будет называться существованием. Ну, у нас же с определенностью. Оно же определенное нечто. Поэтому вот существование. Поэтому он говорит, проступает, выступает. Не перешли мы от одного наличного бытия к другому наличному бытию и назвали это другое наличное бытие существованием, а мы занимались сущностью, и в этой в сущности, в самой, в середине, вот еще видите, середина книги, проступило снова бытие. А до этого, вот некоторые товарищи пишут, в том числе в Красном университете, что все категории сущности, все это отрицание. Неправильно. Не все отрицания. Вот начиная с этого момента, с выступления существования, пошли категории такие, как бытие. Это какие? Существование, явление и действительность. Это категория. Это бытие или отрицание? Это бытие. Существование. Но это какое бытие? Если мы говорим существование, значит, что мы должны иметь в виду сразу? Предпосылки, основания и основано. И все это, вот все это и в единстве, как содержание этой сути. Содержание сути – это единство предпосылок, которые выступают просто вот как внешнее бытие. Ну, как кружок вот выступает. Ну, вот люди сидят, вот сейчас вот человек откроет интернет, включит и видит, сидят. Сидит руководитель, сидят слушатели, и свет даже не включили. А зачем им свет? Это же философы, им свет не нужен. В темноте им еще лучше заниматься. Особенно снимать. Да. Как символ философии, это серый свет. Качок должен произойти, чтобы условие родилось. А? Чтобы родилось условие, нужно, чтобы качественный скачок произошел. Почему скачок? Скачки у нас происходят. Это перерыв постепенности. А тут никакого перерыва постепенности нет. Все идет, идет, идет. То есть чистая логика. Чистая. У вас перерывы постепенности есть. Для скачков у нас место вполне определенное. Учение о бытии, там, где изменяется, изменяется, количество изменяется, одного и того же качества, потом сразу и качество стало не то. Вот это скачок, а вот это и определение скачка. Надо это место найти, где появляется скачок, и так его и понимать. Вот появление условия, это разве не скачок? Нет. Ну не было условий, вдруг появляется. Это не скачок. Если что-то не было, а появилось, это называется появление нового. Еще появление скачок. Нового – это не скачок? Нет. Почему? Потому что нет, тут не речь идет не об изменении, в ходе которого появился скачок, а тут нет изменения. Изменение – это что такое? Есть же понятие изменения, это изменяющееся нечто. Что такое изменяющееся нечто? Скажите, пожалуйста. Как я могу сказать, если я… Как вы не можете сказать, если вы уже на кружке? Значит, вы обязаны сказать? Ну или нет, не обязаны, но должны. Переход. Вы должны знать, что изменение – это не переход. Изменение – это есть единство, равенство с собой и неравенство с собой. Что вы можете убедиться, рассмотрев изменяющееся нечто в разделе. Там, где нечто, изменяющееся нечто. Единство в себе, бытия, бытия для иного. Единство – равенство с собой и неравенство с собой. И применение, вот когда складывается такая ситуация, то можно… изменение тут и налицо. Это у меня не запуталось. Если появляется новое слово, значит, что-то произошло, какое-то изменение. Если появляется новое слово, вы уже и сказали, что для этого нужно вам сказать новое слово. А вы еще приплетаете еще одно слово – скачок. А зачем?
Не надо притаскивать еще один инструмент, когда вы отвернули, значит, отверткой. Шуруп. А потом вы еще притаскиваете какой-нибудь отбойный молоток, говорит, давайте еще этим попробуем. А зачем? Уже отвернули, все. Хорошо. Ну, изменения-то надо. А? Изменения надо. Изменения надо. Скачка. Все время все изменяется. Да, все изменяется. Это все равно, что нам надо только сидеть и говорить, сейчас вот это изменение, все изменяется. Но это, если вот не изменялось, вот тогда об этом надо было говорить. А что не изменяется? Разве есть что-нибудь, что не изменялось? Что, есть что-нибудь неподвижное, Евгений Николаевич? Это ваш призыв обращать внимание на то, что оно изменяется, он странен, потому что мы ниоткуда, никуда и не уходили от того, что все изменяется. Только мы все изменяющееся изучаем. Все категории изменяются, все до единой, и переходит одна в другую. Это называется переход. Плавный. Переход. Плавный или дискретный? Если это перерыв постепенности, тогда это... Скачок. Есть определение скачка. Перерыв постепенности. А здесь нету этой постепенности. Здесь просто одно переходит в другое. И все. Не может быть такого. Как не может быть? Да, так. Вот это вот и наука такая. Что кажется, что этого не может быть, оно есть. То, что оно не может быть, это тут да. А это вы там скажете, это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это неубедительно. Это не принимается, такие доказательства. Ребенок на взрослого человека переходит сразу или постепенно? Постепенно. Это разное вообще состояние ребенок на взрослого человека. Скачка-то нет? Хотя могут быть. Скачок только в общем в нашем восприятии. Тут так запутано все. Только вот если Гегель нам поможет. Значит, я тебе вам пример скачка приведу. Вот у нас сегодня последнее занятие. А вот следующий переход к следующему занятию. Сейчас будет перерыв постепенности. Видели как? Каждые две недели. В течение целого вот двух семестров. Это изолированные точки. Никакие не изолированные. Все постоянно проходит. Постепенность была. Постепенность. Каждые две недели проходило занятие кружка. А сейчас будет перерыв постепенности. Не будет через две недели кружка. И через четыре не будет. И через восемь не будет. А будет только в октябре. Это перерыв постепенности. Вот это скачок. А вот если вообще не будет кружка, то и ни скачка не будет. Поэтому, значит, чтобы был скачок, надо, чтобы кроме этого перерыва еще было бы первое занятие в октябре. Тогда можно будет говорить о скачке, Евгений Николаевич. А об изменениях все время можно говорить. Все мы будем изменяться. Все лето будем изменяться. Еще сентябрь будем изменяться. Изменение должно у членов кружка, изменение должно состоять в чтении и размышлении вот по поводу чтения науки и логики. Нет, все зависит от меры, все зависит от меры, которую мы применяем к осмыслению. Скачок это или не скачок? Меры? Тут мера важна. Мера времени. Я думал, меры надо принять к тем, кто не изучает науку логики, какие-то драконовские. Это само собой. Драконовские. Это безусловно. Это кто прогулит? Ну, надо раздобыть оружие вам. Вам поручается. Оружие. А травматическое, сильно не надо было. И сразу будем применять меры. Не прочитал там, не подготовил, раз, стреляем. Только туда подальше, чтобы сильных на повреждений. Это у вас механистическое такое. Так, ну вот какие есть еще вопросы у нас? То есть, надо обратить внимание на вот эти вещи. Вот я хочу сказать, что вот мне все время не нравилась эта суть дела, но наконец я на это обратил внимание при этом изучении. И главное, что обратил внимание на то, что у меня это еще и подчеркнуто, что это абсолютная суть. Дерзаха. Форма абсолютной сути. Абсолютной сути. Что было, значит, это вроде важно, это основание, и это важно, это основанное, это предпосылка, и все они распались. А вот здесь они, здесь вот собираются. Это вот не аналитическое мышление для этого нужно, а какое? Синтетическое. Вот синтез здесь. Вот они все в одно. Вот. Потому что они, когда они вот в одном, вот в этом это изменение. А у вас скачок. А синтез и дает нам скачок. Вот у вас скачок, а у всех остальных изменений. А у Гегеля? А у Гегеля переход. Потому что переход от одной категории к другой так и называется. Переход. Логические переходы. Переходы. Но это не значит, что обязательно каждый переход называется скачком. Тогда у нас получается какой-то... Вот нашли мы одну категорию, пытаемся ее везде применять.
То есть признаком перехода к абсолютной сути является постепенность. А? Постепенность. А условие куда пропало? Оно не пропало. Оно вошло в содержание. Оно в содержание вошло. Содержание этой сути. Содержание. А в том, что суть оформлена и содержание имеет. Произошло прихождение. Я сам себя А? Произошло прихождение или возникновение? Не, это не прихождение и не возникновение. Эти слова здесь ни к чему. Потому что такой сложный процесс, объясняете, произошло соединение. Вот это, вот то логическое соединение трех разных категорий. Мы основание сначала рассматривали как формальное, потом как реальное, потом как абсолютное основание. Долго разбирались. А теперь оказалось, что оно все равно не полно, что еще есть предпосылка. И вот когда вот это основание вместе с основанием это основанным вобрало в себя эту предпосылку, тогда получилось, вот она, форма и содержание самой сути, абсолютной сути. Вы не задавались вопросом о том, что такое абсолютная суть? Это такая, что такое абсолютное, которое уже не надо искать что-то постороннее, привлекать еще что-нибудь, оно абсолютное, уже все оно в себе содержит. Все, что здесь надо было содержать, и предпосылку, и основание, и основанное, оно содержит. И есть единое содержание, не три содержания, а есть одно содержание, которое в разном виде проявляет себя в предпосылке вот так, так что его не видно. Окажется, это просто предпосылка, и все. Но эта предпосылка же вот этого основания. А основание есть основание основанного. Поэтому от предпосылки, то есть от этой, от условия идет дорога, единая дорога к этому самому основанному, а раз единая дорога, это единое содержание, значит, единая форма, потому что содержание оформлено. Вот поэтому такое бытие, которое имеет единое содержание, единую форму, и при этом представляет собой единство условия основания основанного, называется чем? Существованием. Мы бились сегодня над чем? Над тем, чтобы вот получить существование. Существование проступает, снова бытие. А в какой форме? Ну, сначала в форме явления пойдет. Сущность должна являть себя. И поехали. И вот начнется. Получилось. Вот смотрите, чем заканчивается тот разделчик, который мы сегодня изучаем, про условия. Это опосредственное основанием и условием непосредственность, ставшее через снятие опосредствования тождественной с собой, есть существование. Вот, с Гегелем спорьте, пожалуйста. Зачитываю. Условие тот... является системообразующим элементом существования. Что? А? При чем тут элемент? Не надо это лишнее. Я не понимаю, почему это должен переформулировать? Есть гениальная формулировка. Мы берем ее, меняем, и она становится не гениальной, а непонятной. Да, и возможность, появляется возможность увести в сторону. Да, зачем? Это непосредственное, это опосредственное основанием и условием. Непосредственность, непосредственность опосредственная. Обратите внимание, здесь явное тут противопоставление есть, здесь противоречие есть. Опосредственность, опосредственная непосредственность. То есть существование – это не просто непосредственность, а это опосредственная непосредственность. Это только она выступает как непосредственно, она вся очень опосредственно и основанием, и условием. И вот такая только. Поэтому он говорит, что сначала, вот в этом же разделчике вы прочитаете, сначала оно есть, а потом существует. Существует только то, что есть. Но то, что есть, не обязательно существует. Условие является средством, опосредством. Нет, что? Да? Вот Бог. Бог существует или есть? Есть он в головах, есть у верующих в головах, в сердцах, даже в душах есть. Есть. А существует Бог? Нет. Он так и остается. Вот у верующих он остается, а у нас нет. А у атеистов нет. А если как социально-культурное или явление, конечно, есть, историческое явление, конечно, есть. О чем разговор? То есть еще не значит, что существует. Вот здесь, только здесь мы добрались до того, что не надо говорить существование тогда, когда речь только о бытии. Вот вся сфера бытия, к которой вы нас все время обращаете, говорите, это становление или это чистое бытие или чистое ничто. Это сфера бытия, а это уже сфера сущности. Здесь не только эти категории. Здесь уже у нас все непосредственно и опосредственно. Почему? А потому что здесь вот рефлексия, здесь
постоянное движение, есть отрицание с утверждением, а утверждение с отрицанием. Вам что дать, утверждение с отрицанием или отрицание с утверждением? Нет, здесь дается, вот тут в этом разделе дается утверждение с отрицанием. Потому что утверждение здесь дается непосредственное с опосредствованием, а опосредствование – это отрицание непосредственности, правильно? Это же другое, совсем другое, прямо противоположное. Но это не должно у вас вызывать протеста, потому что вы все понимаете, что, скажем, бытие крыши опосредственно стенами. Если вы хотите, чтобы была крыша, постройте стены. А если просто крышу построить, ну тогда думайте, как ее держать, на чем, на каких стойках. Потому что неопосредственная крыша, она не существует. А как бытие, есть она в вашей голове, в голове архитектора, может быть, который еще обдумал, какая крыша, а это мы потом, говорит, решим, какие стены. Или неважно, какие стены, важно сдать, деньги получить, пусть потом рассыпается. На как раз вот углу Энгельса и Новороссийской такие три дома, там они исторические такие здания. Мать одного из декабристов, убитого на дуэли, вот память о нем, о сыне, поставила три дома, их решили вот в наше время обновить, отремонтировать, выгнали оттуда врачей, которые там были, зубная поликлиника, всех выбрали, говорит, будет тут какой-то современный отель с особыми условиями, все красиво, покрасили в желтый цвет. Прошло несколько месяцев, все эти стены облупились, все в трещинах, все их ободрали, прислали этих альпинистов промышленных, они это где-то замазывали белым, теперь снова будут желтым делать. И уже, а деньги те получены, задача решена. Так что с отрицанием, это сплошь и рядом делается что-нибудь с отрицанием, обычное дело. Что существует, а не что есть, а что существует? А если даже людей спрашивают, вы как живете? Да существую. А что это, что с отрицанием? С отрицанием. Это в слове существования есть это отрицание, в слове бытия нет. Для бытия надо вот внешнее отрицание, ничто. А тут вот оно, существование. Вот этим заканчивается. Это опосредственное основанием и условием непосредственности, ставшее через снятие опосредствования, тождественность с собой, есть существование. Слово «ставшее» видели? Слышали? «Ставшее». Вот это слово «ставшее». Есть, вот оно выступает, как это бытие, вот оно тут используется, но не так, как там было, по-другому. На этом мы сегодня занятие закончим и продолжим в октябре этого же года. А можно в заключение вопрос по предыдущий момент для остающих? Давай. Вот, еще в введении в наукологии, в первый там Гегель говорил о том, что у знания есть форма и содержание. Одно из них он называл истина, а другое достоверность. А что есть что, непонятно. Помогите, пожалуйста, разобраться, чем истина отличается от достоверности. А правильность вы там не заметили еще? Правильность нет. Может быть, у нас нету, да? Перевод. Вот если вы берете, какое-нибудь утверждение, то скажем, если вы берете какой-то противоречивый объект, ну, допустим, вас возьмем. Вы противоречивый объект? Да, конечно. Да. У вас есть? Вы порядочный человек? Будем считать, что вы порядочный. Но у вас недостатки есть? Есть. Это отрицание порядочности. Согласны? Да. Они проявляются в действиях? Проявляются. А если бы они не проявлялись, то это не были бы недостатки. Это было бы просто вы на себя наговаривали. Итак, вот картина. Значит, есть нечто противоречивое. Так, у вас вот недостатки есть, это правильно? Правильно. А еще давайте копаться в ваших недостатках. Это правильно? А зачем копаться? Ну, сейчас, а это вот, ну это правильно же, это есть же ваше. Давайте займемся вашими недостатками, только и будем и заниматься, больше ничем. Только вашими, и это будет правильно. Одностороннее рассмотрение какого-нибудь предмета, одностороннее, когда вы что-то противоречивое берете с одной стороны, это правильность. А если вы начинаете сопротивляться, уже начали сопротивляться, Евгений Николаевич, надо создать комиссию. Вот вы, товарищ Герасимов, и вот Татьяна Валерьевна, втроем. И они вот проверят. И когда они проверят, это уже будет не просто правильность, а достоверность. Проверяли и убедились, что да, есть такие у вас недостатки. И у вас уже, теперь вы никуда не открутитесь. А про ваше достоинство пусть кто-нибудь другие проверяет. А истина никогда не бывает односторонняя. Истина – это отражение противоречивого явления, выражение его как противоречия. Истина – это соответствие понятия объекту. Если объект противоречив, то и понятие должно быть тоже о нем противоречиво. Если я не отразил, не выразил
то противоречие, которым вы являетесь, то я дал не истинную картину. И вы начали уже сопротивляться. Я же сказал же сразу, я не про истину, я про правильность говорю. Но это то, что правильно, это не истинно. И не истинно только про вас хорошее и доброе сказать, тоже не истинно. Говорит, но у него же есть недостатки. А если только про недостатки сказать, тоже не истинно. То есть надо дать так, как есть. Как есть человек, так его изобразить. Так правильность или достоверность? Правильность – это одностороннее рассмотрение. А достоверность – это то, что проверили, удостоверились. Достоверность – мы удостоверили, мы проверяли. Да, есть. Но мы могли бы проверять ваше достоинство и той же комиссии, между прочим. И результат был бы другой. А сообщники у вас есть? Наверняка есть. Ну вот, то есть правильностью можно по-разному пользоваться. Это будет все правильно. Поэтому иногда вот бывает там в споре вам, вот это же так, это да так, и что? Ну это правильно, но это не истина. А чтобы взять истину, надо взять и другую сторону, и взять целое. Вот надо решить, что является определяющим, потому что противоречивое имеет такую форму. Целый и свой момент. А другой момент, если он противоположный, он только момент, а целым не является. Вот если вы порядочный человек, то вы порядочный в целом, и вы порядочные, как сторона этого противоречия, и боретесь, это ваша порядочность борется с вашей непорядочностью. А вот если вы непорядочный человек, то есть подлец, то подлец – это целое, но подлость – это борется с чем-то порядочным. Так что у подлеца есть что-то порядочное, с которым как раз он и борется, и как целое, и как момент. То есть структура противоречия, так вот как оно выглядит, целое и свой момент. А есть еще и другой момент противоположный. Два момента есть, но только один из них выступает и как целое, и как момент этого целого, а другой только как момент, а не на равных. Нет такого, чтобы на равных. Всегда не на равных, всегда какая-то одна сторона преобладает. Это вот сразу в голову не приходит такое. Ну, вот это истинное рассмотрение. Ну, только потому, что вы синтез включаете сюда. Поняли? Вот если так вот рассказать, но не сказать слово синтез, будет ненаучно. То есть можно я заключение скажу? То есть форма – это правильность, а содержание – это истина? Нет, а я таких слов не употреблял. Зачем вы такие слова употребляете? Причем тут форма и содержание? Пока это термин. Целое, я сказал, целое, а не форма, целое. Термин и понятие. Целое и момент. А момент – это понятие вам знакомо? А почему оно не знакомо? Если оно вам не знакомо, то вы не прочитали еще даже становление. Но хочется что-то... Становление читали? Внести. А вот и чувствую, что в самом начале не прочитали, а хотите уже разобраться в этом. Как можно разобраться без науки? Я не знаю. То есть я сразу разобрался, где вы остановились. То есть не прошли еще. Момент – это очень важно. Не кусок, не часть, не элемент, а моменты. А момент – это два противоположных движения в одном движении. Все живое. Вот человек, как порядочный человек, он как действующий, действительный человек, действительный, еще есть понятие, кроме истинного, действительный. Он не просто истинный, он действует именно в таком направлении. Вот он действительный. И в нем, и в его действиях есть противоречие. И в этом противоречии имеется борьба. Что преобладает в этой борьбе? Если преобладает в этой борьбе вот это вот целое, позитивное целое, он, значит, человек позитивный, положительный. А если преобладает негативное целое, является целым, ну, значит, он отрицательный человек, подлец, негодяй, сволочь. Меня однажды очень шокировали на этапе, когда я выяснял, почему никак у меня не проходит моя диссертация. И вдруг я натолкнулся на такое соображение в газете «Советской России». Почему, говорит, порядочные люди проигрывает, потому что порядочные люди относятся к подлецам как к порядочным людям. Ну, как к себе, да? На нормальное отношение. А подлецы относятся к порядочным людям как к подлецам. И я, когда это прочитал, меня осенило. Надо к порядочным людям относиться как к порядочным, а к подлецам как к подлецам. И тогда дела у вас пойдут. А иначе вы будете все время биты и останетесь, так сказать, в разбитого корыта. Вот не надо к подлецам относиться как к порядочным людям. Это не истинный подход. Правильный подход. Как отделить одно от другого? А? Как отделить одно от
другому. Но вы хотите, чтобы, так сказать, не только на один вопрос был ответ, а сразу на два или на три? Трудно. Трудно, но можно. Ну, можно. Достаточно. Ну, если мы различаем, мы в общественных делах есть понятие прогресса и регресса. И есть понятие развития, правильно? Развитие движения низшего к высшему, простого к сложному. А в самом противоречии есть две тенденции. Одна совпадает с направлением развития, это прогресс. А другая противоположное направление развития, это регресс. И вот и отличаете, если это способствует развитию, это значит прогрессивно. А если это мешает развитию, противоположное развитию, это регрессивно. А в общественных делах реакционно. Боритесь с реакционерами за прогресс. Что тут непонятно? Другое дело, что все равно надо разобраться еще, где тут развитие. Ну, ответ на этот вопрос можно вот так сформулировать вполне. Ничего такого тут невозможного тут нету, что невозможно определить, прямо уж так трудно. Наоборот, задушили уже эти самые реакционеры, а мы еще, вы еще говорите, прямо нам не определить. Их слишком много. Каждый, как есть такое простое правило, каждый судит о другом, мир своей испорченности. Вот если мир чего? Судит, своей? Мир своей испорченности. То есть, если вы видите, что... А я могу вам дать другое противоположное высказывание. Каждый судит о другом меру своей порядочности. Правильно. Вот этим отличается... Нет, нет. Этим отличается диалектический подход, что не надо вот такие... Каждый судит, относить какие-то отдельные частные выводы, ко всем относить. Почему я ими сужу, каждый во имя, в меру своей испорченности, а не в меру своей неиспорченности? Это вы к себе можете отнести. Зачем вы на меня это навешиваете, такой ярлык? Сразу вторую часть. А как вы думаете? Присоединяйте. Часть может присоединить. А для этого у нас и кругом. Либо такую, либо эту. Да, поэтому... да. У меня мера порядочности есть. Зачем мне мера испорченности? Это вы к себе применяете. Ваша категория. Вы используете ее. То есть это вот... Испорченность может быть с отрицанием, а может быть... А порядочность может глубокая, и только поверхностная. Все же относительно. Может быть чисто внешняя порядочность. Так бы и сказали. Вся ваша порядочность только чисто внешняя. А с виду вы порядочный человек, Михаил Васильевич. Так бы и сказали. Я бы на вашем месте бы вот так бы делал. Тогда бы вы бы сильнее меня, на меня напали. А вы слабо напали. То есть я из этого следует, что изучение науки логики позволяет успешно полемизировать с людьми. То есть, если нам так тяжело изучать, то с нами полемизировать так будет трудно. Правильно? Поэтому это тоже очень важно. А в жизни вот без полемики не проживешь никак. И, так сказать, я хочу вам сказать, что с известного этапа, так сказать, изучения вы будете сразу будете отличаться, так сказать, своим полемическим умением, потому что они не тянут, они категорий таких не знают. Они категории кирпичи там какие-то в голове. Вопрос получается, что для того, чтобы до истинности докопаться, нужно пройти и правильность, и достоверность. И... Да, обязательно. Знаете, то есть... Конечно. Процедура. Это говорится еще в введении. Ну и что? Говорится в введении, да. Вот я и вижу, что введение вы прочитали. Это хорошо. Это говорит о вас хорошо. А введение – это одна из последних работ, текстов. Потому что, если я буду говорить, чего вы не сделали, это будет очень долго. Все, вообще, люди говорят не то, чего они не сделали, а что они сделали. Правильно? Это вот правильный подход к людям. Который обеспечивает, дает возможность, так сказать, ну, иметь хороший контакт в своем понимании. Потому что если мы хотим разделиться, говорит, я этого не сделал, то не сделал, вы не сделали, то это не сделали, и все. А вы скажете, а вы вот такие тоже, и этого. А вот если мы будем смотреть за тем, что человек сделал, его вклад в развитие человечества, это вот есть основа соединения. На этом надо и сосредоточить усилия и внимание. И это, так сказать, между прочим, основа, ну, складывания коллективов и отношений в коллективах. Тоже очень важно. Это тоже диалектическая вещь. Она тоже не берется вот сама по себе. Это тоже должно быть обдумано. И вот здесь еще история написания. Вот предисловие, введение, предисловие. И самой науки логики. Гегель ее начал переписывать. Первую часть учения о бытии успел написать. Это вот мне напоминает, как Ленин говорил, что вот надо ходить как кот вокруг горячей каши. Предисловие, история написания, надо все-таки изучать. Вот надо брать быка за рога, изучать науку и штудировать. И штудировать, возвращаться снова, снова. И на этой дороге успех придет обязательно. А причем он и придет не тогда, когда вы все изучите. Просто сам процесс обучения, изучение, сам процесс
погружение в это и постоянная работа мысли, как будет отражаться на человеке? Позитивно, правильно? Независимо от того, сколько он там прочитал. Ну, сколько прочитает, за нами никто не гонится, и никто нас не наказывает. Нас никто не может наказать, потому что мы вырвались вперед. У нас так мало людей в России, которые изучают науку логики, поэтому вы уже на голову выше всех, вот, очень громадного большинства. С чем я вас хочу и поздравить. И пожелать спасибо. Другим то же самое. Никому дорога к науке логики Гегеля не закрыта, и диалектике к изучению тоже не закрыта. Вот и всем желаю успешного изучения и материалистического истолкования гегелевской диалектики. Спасибо. Спасибо за внимание.